Стоянка на внешнем рейде Куртовики-Дунай, портов Ильичевск, Одесса, Южный, Очаков, Железный порт, Скадовск запрещена. Всем кораблям судам, включая бывшие боевые корабли и суда ВМС Украины, зайти в порты и встать причалом, выход из Стамбульского гирла реки Дунай только в южном направлении. Судам, имевшим намерение следовать запретный район, занять район номер 6 и находиться в нем до особых указаний. Нахождение кораблей и судов в запретном районе будет расценено как террористическая угроза. Прием. Ты сдохнешь, сука! Российский военный корабль, иди нахуй!